вернуться к бывшему. Это секс по дружбе. Приветики! Приветики! Я сейчас буду торчить. Ты что, откровенно? А, это сложно. Я против вообще. Мама, все, выключай. Всем привет, меня зовут Настя, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с Настей снимаем... Сегодня мы с Настей будем снимать видео, в котором будем говорить о всяких провокационных темах, которые вы задавали нам в Инстаграме. Мы сейчас выберем и будем говорить за или против. Так? Давай, ты начнешь. Нет, давай ты начнешь. Это секс по дружбе. А вы меня мама будет смотреть. Она будет смотреть это видео. Мне кажется, у меня лицо потеет. Секс по дружбе. По дружбе. Я против. Почему? Я так отношения начались. Просто. Ну, типа, ладно, давай дальше. Заочка. Я за. Мама, я против. Потому что это видео смотрит твоя мама. На самом деле, у меня всегда такое мнение, оно такое всегда, типа, я и за, и против. Как бы, вот так вот. Заочка, ну, больше, наверное, за. Но, мне кажется, очка, ну, типа, как и школа, это формирование дисциплины какой-то, и там намного больше знаний, и намного больше как-то знакомств таких появляется, и намного больше занятий каких-то появляется. Вот, поэтому, ну, типа, это, мне кажется, просто каждый должен пройти, типа, как школу. И мне тоже как-то так двояко, но я больше за, потому что есть такие же профессии, которые, типа, ну, не, даже и нету заочки, собственно, там, как врач или еще какие-то более важные такие профессии. Конечно, не говорю, что какие-то профессии есть неважные, но есть люди, которые получают образование просто так. Вот, типа, почему нет? Просто заочка — это шанс есть заниматься чем-то еще. Заниматься чем-то еще, да. Путешествовать, там, куплю всякие. Дальше, дальше. Вернуться к бывшему. Ну, конечно же, я за. Мы просто с Настей не так давно обе как бы расставались типа с парнями своими, которыми довольно долго встречаемся. Настя уже 4 года, я 3. И типа мы с ними расставались, и мы сейчас снова сошлись. В общем, мы за. Ну, вообще, я против. Ну, так получается, что за. Все, Настя. Да они огромные, ты что молишь? Ну, я реально не вижу, я не понимаю, о чем ты просто говоришь. На доме, да? На доме, да, белые. Угу. Ты реально не видишь, ты просто залогу. Аборт. Я за. Я тоже за. Ты что за мной повторяешь ответы? Нет, ну я сейчас объясню, почему за. Я раньше, когда училась в школе, я думала, что если там я залечу там, блин, в 16, 17, 18, типа, я думала, что, блин, я по-любому сделаю аборт, потому что у меня были такие большие планы, я думала, что все, я залечу, это будет конец моей жизни. А сейчас, ну, мне как бы 21, и я думаю, что если такое случится, я уже как-то думаю о последствиях, и мне, в принципе, уже не 16, и это будет не так уж и страшно, но как бы все равно, не знаю, да и случаи, когда, например, от изнасилования, да, там люди залетают, и как бы что, рожать, что ли? Я за. Вот. Я согласна. Откровенные фотки. А, это сложно. Я за. Ну просто есть разные откровенные фотки. Я. Ну давай, что для тебя откровенно? Я против. Что для тебя откровенно? Эстетически откровенные. Ну просто откровенные фотографии. Откровенные фотографии, где есть голое тело. Ну блин, вот у меня сейчас пузо торчит. Ты что, откровенно? Ну в какой-то степени. Не, ну я не против такого. Ну, типа, в принципе, как бы, я, ну, не знаю, я против. Ну, я за, мне много нравятся такие фотографии. Ну, не, ну, естественно, ну, для меня просто прям, типа, ну, всему есть предел, конечно, разумного, предел какого-то эстетической вот этой грани. Есть, когда там реально почти полностью голые, но все равно смотрится как-то красиво, не знаю, где-то на кровати, там. Там Марат Сафин, там что-нибудь такое, типа, когда это фотографируют красиво фотографы, а когда это, типа, ну, прям явно для всяких эротических журналов, тогда это да, это уже прям другое направление. Дальше высказалась, Настя. В общем, ты против, да? Я просто не так. Я как всегда посерединке, но пусть будет, что я против. Раннее замужество.
Знаете, это замуж мучиться. Я против раннего замужества. Ранее это сколько? Ранее до 22. Я против вообще раннего замужества. Ну и вот, у нас прервалась камера, и я не успела договорить. Ну, для меня просто, что люди до 25 не могут еще создать свою семью. Ранее для меня это кажется 22. То есть для меня нормально выйти замуж это 25 и позднее. Я считаю, что все должно быть просто разумно, нормально. Так, говори погромче. Поняли, что они нормально, адекватно поняли, что они хотят быть вместе до конца жизни, то можно рано жениться, выходить замуж, там все дела. Я считаю, что нет. И это, что если они 18 лет поняли, то еще они еще не поняли. Ты им просто показал мне. Секс до 18. Ну, я... Можно это мышцо мне? Мама, все, выключай. Ну, я против. Ну, я против, реально. Секс до 18, потому что, ну, блин, 17 это уже нормально. Но раньше это как-то еще немного, не знаю, сформировавшееся какое-то сознание и типа, ну не знаю. Хотя по сути, ну что, ну секс, но с другой стороны, не знаю. Но я бы против. А ты? Осуждение за спиной. Ну конечно же, все так делают. Ну, я за такое. Я типа не прям, конечно, жестко, но просто мы с Настей будем там пообсуждать, например, кого-то. И все так не делают. Думайте, что вас там кто-то смотрит. Да не, просто все так делают и все. Просто кто-то считает это осуждением каким-то, а мы просто обсуждаем. Мы не осуждаем, мы просто обсуждаем. Иногда осуждение. Просто человек может... Нет, Настя, это просто осуждение. Нет, я понимаю. Иногда просто человек, например, кого... Ну, например, есть в вашем круге какой-то человек, и... Ну, то есть я чаще всего говорю все типа в лицо прямо, но есть люди, которые как бы не воспринимают какую-то там критику, правда. Не воспринять еще что-то. И им сказать там что-то в лицо прямо типа ты там такой, это, ну, не очень. Веганство. И ты ждешь мой ответ? Да. Ну, я вообще в этой теме типа ничего не шарю, я ни за, ни против. Настя только недавно узнала, что разница между веганами и вегетарианцами вообще есть. Вообще в курсе реально, что веганы и вегетарианцы это разные подразделения. Я думала, это то же самое, просто типа сокращение. Веган, вегетарианец это одно и то же. Нет, это разные вещи. Поэтому я типа даже не буду говорить за я или против. Я, конечно, знаю и хорошие, и плохие стороны и того, но я вообще типа... шарю. Я никогда не была ни веганом, ни вегетарианцем, и ни всем остальным. Вот, я поэтому даже никак. Я, конечно же, за. Я за. Я и веганила, и вегетарианила, но недолго. Вот, и сейчас стараюсь там есть молочку, мясо, ну, как бы сейчас, как бы так. 50-50. Да, 50-50. Пусть так будет. Там упаковка от моей мороженки лежит. Я за. Потому что, начиная от, короче, затрат, ресурсов, которые затрачивают, ну, там, воды, там, всего такого на производство мяса и молока, там, намного больше, чем на веганские продукты, и заканчивая пользой для организма, как бы, именно поэтому я за, но я, блин, не могу, не то, что не могу, просто, как бы, не всегда хочу. Ну ты больше не. Я естественно сказала. Удаленно работа, в смысле. Если вдруг не поймешь. Ну, я за. У меня уже, наверное, год точно, типа, только такой заработок. Вот, я тоже за. Почему бы и нет? Это как комментарий в Инстаграме. Работай из любой точки мира. Зарабатывай по миллиону в день. Сидишь с ребенком дома? Ты домохозяйка? А если... Привет, Марина, а я сижу дома и зарабатываю 20 тысяч рублей с ребенком. Бары, клубы, доски. А ты, кстати, Катя задавала. Их там, типа, ну, бар, доски, наверное. Да, я. Подожди, за или против бары, клубы? Ну, это разные вещи, я против клубов и за бары. Вообще, в принципе, я против бары. Подожди, ты против клубов? Ну, да. Ну, типа, клубы, ну, не знаю, я не люблю. Ну,
Не считаю, конечно. Подожди, подожди, Настя. Бубс. Не считаю бубс. Да, это бар. Это не клуб. Понятно, все, тогда я точно против клуба. Против клуба, все, закрываем. Закрываем эти клубы, все. Ну, я за бар. Я за все. Клубы, отстой. Я за все, потому что в клубах, когда ты танцуешь, типа, даже если ты не пьешь, ты приходишь туда трезвый, это такой выброс энергетики, получение взамен, это вообще, ну... Дальше травка. Давай разведем понятие траву и наркотики. Давай. Ну, трава. Я за. Я тоже. Нет, вообще, на самом... Обоснуй. Сейчас обосную. У меня был, кстати, сейчас еще тоже расскажу про легализацию марихуаны у меня было. И я за в том плане, что типа не сидите дома, не этот. Ну просто куча исследований насчет того, что это намного лучше, чем алкоголь. Во-первых, а во-вторых, куча исследований намного, ну, типа, насчет влияния, ну, конечно же, не в России эти исследования проводились, на влияние организма и на то, как мозг реагирует на все на это, и то, что работоспособность увеличивается, типа, когда ты в совсем мелких дозах, все остальное, типа. Ну да, не зря она, типа, разрешена, легализована в многих странах, как антидепрессанты и так далее, как обычные таблетки, которые у нас продаются, антидепрессанты. То же самое людям типа подают траву. В общем, мы за. Жизнь без лифчика. Это я прям за. Я прям за. Если бы у меня, ну, не было бы груди. Точнее, если бы она была чуть меньше. У нас опять выключилась камера. Мы остановились о лифчиках. Без лифчика. На жизни без лифчика. Это вообще счастье, реально. Я бы не носила бы лифчики, но у меня, к сожалению, или к счастью, не знаю, конечно, больше к сожалению, у меня как бы есть грудь, и она такая не первого, не второго размера. И не третьего, не четвертого. Это как минимум смотрится там, ну, просто не очень, типа, не эстетично. Ну, мне лично не нравится. Вот, а так мне очень нравится, когда девушки по первого, второго размера не носят лифчики, грудь. Короче, мне нравится. Я за. Я тоже за, потому что я так живу. Наконец. У меня тоже грудь не первого, не второго размера, но я так живу. Наколки на лице. Я Ну, блин, я даже не знаю, за. Блин, на самом деле вообще все эти вопросы, короче, это просто такое субъективное мнение, типа именно на мне. То есть я, например, против на себе. Ну, то есть, я как бы к себе все это обращаюсь. Я бы, например, никогда не сделала, поэтому я против. Нет, ну, в общем, не может быть такого, как я могу быть. Если это не касается меня и не касается, ну, типа, если это не касается меня, в общем, и моей жизни, то я против, типа, на себя бы я не сделала. Как я могу быть против, типа, человек на улице идет, у него наколка на лице. Я против, типа, нет, ты иди, выкрась себя в мусор. Нет, например, типа, хотела, чтобы парню твоего. Ну так это касается моей жизни, я не знаю, как я это парни. Я против, да. Если это касается моей жизни, я против этого. То есть, если, например, мой ребенок захотел наколку на лице, я бы тоже была против. Ну, а все, что не касается моей жизни, как бы, ну. Ну имейте в виду это. Я против. Ну, я не знаю, ну, типа, я бы себе не сделала, и на девушек. Ну, в некоторых парнях это круто смотрится. Нам просто Насте вообще нравятся разные парни. Настя такие светленькие, хорошенькие мальчики, милые. Не такие. Другие. Другие, в общем. Брак по расчету. Я против, на самом деле. Ну, хотя фиг знает. Смотря какие перспективы. Для какого расчета? Ну, просто, например, там, богатый. Обеспечен. Нет, я против. Ну, я тоже, наверное, больше против. Хотя мы, кстати, обе смотрим. Замуж за миллионера? Нет, да не, не я бы пошла туда. Нет, ну, такое тоже такое себе. В основном, мне кажется, это такие дурочки, которые типа тут пользуются деньгами и типа даже не думают ни о чем. Ну, мне так кажется. Большая разница в возрасте с молодым человеком. Для меня большая разница это больше 8 лет. То есть если 8, будет 9 лет, у вас разница такая, типа, все, ничего. Нет, ну понятное дело, что есть исключения, но просто это даже чисто. Ну, если ты начинаешь... 8 лет, подожди, это ему 29. Ну да, тебе 21. Мне 21. Ну, для меня просто 5, например, лет, это такая вообще незначительная разница. В принципе, как и мужчина будет взрослее на 5 лет, как и девушка. Это вообще, мне кажется, до 5 лет это особо не чувствуется. Но когда более, там, 8 лет уже, там, что говорить, а больше. Во-первых, это даже семью сложно будет, ну,
детей будет сложно завести с таким человеком, потому что у вас все-таки, ну, 10, больше 10 лет, это уже, как это объяснить? Ну, короче, могут быть проблемы как и с зачатием, там, неважно, вам 20, а ему 30, просто у вас слишком большая разница в возрасте, и из-за этого там у вас могут дети не такие родиться, еще что-то. Вот, поэтому даже чисто из-за вот этих всех физиологических, да, на всем физиологическом фоне это даже нежелательно, поэтому, ну, больше 10 лет я явно типа ничего не приношу. Я тоже, наверное, так же, потому что... Но только я единственная, что против... Против вообще, наверное, любой разницы, если мужчина младше. Вот, наверное, вот так будет, типа... Ну, все такое. А если... Если он младше 20, то, понятное дело, да, это странно. Ну вот, я и говорю, что любой... Если, нам... если тебе 40, а ему 32. Ну, типа, я не могу себе сейчас представить 40, как я буду мыслить 40, но, типа, я считаю... Ну, типа, на данный момент я считаю, что как бы для меня как-то не очень... Пластические операции. Почему-то пластические операции. Знаешь, тема следующая. Все кончились? Нет, пластические операции, тема следующая. Я думала, пластические операции, типа, разница в возрасте, ну, типа, пластические операции. Пластические операции. Я за. Я за. Я тоже за. Если людям помогает это полюбить себя, и плюс уверенность. Да, если они не могут без этого как бы полюбить себя, то почему бы и нет? Ну да, но опять же есть такие крайности, когда там, не знаю, у девушки вроде все окей, но она все равно хочет себе сделать губы. Нет, ну типа у меня просто кривой, но меня это как бы не сильно заботит, но вдруг потом станет что-нибудь горбатым, сильно кривым. Ну да, я думаю, почти каждая девушка, она хочет себе что-нибудь доизменить, там, подправить. Ничего. Ну, типа, нос это как бы потом в будущем весь устанет ужасно, но сейчас нельзя. Расставаться с человеком, которого любишь ради своего будущего. Пример в прошлом, так, если приходится уезжать учиться в другой город, страну. Понимаю, ну, типа, расставаться, да, с человеком, потому что приходится там уезжать учиться в другую страну. Ну, я против такого, наверное, потому что, ну, если вы уезжаете учиться, во-первых, значит, вы молодые. А молодым как-то отношения на расстоянии, когда у вас у обоих там куча перспектив, там и в одной, и в другой стране, это странно. Ну, в другом городе, близких городах, это еще более-менее. К Настином случае, вы-то можете приезжать так либо часто. Но в других странах это, типа, прям вообще сильно далеко, я считаю. Лучше строить вместе отношения. Я тоже против. Ну, типа, не выбирать между парнем и там учебой или работой в другой стране. Я бы по-любому выбрала учебу или работу в другой стране. В смысле, ты сказала, что ты против? Вот смотри, вы, например, сейчас вместе, и у тебя есть учеба в другой стране, и что, ты уедешь? Ну, да, я нет, я за, да, такое. Найдешь кого-нибудь другого. Макс, прости, я никуда не собираюсь уезжать. Я бы, конечно, не буду тебя. Просто. Нет, ну если честно, то правда, если бы встал уж такой вопрос, то... Нет, ну я... Ну я за такого. Я думаю, просто нет, не должны отношения мешать этому, вот и все. Ну ладно, я против. Среднее профессиональное образование без дальнейшего получения высшего. Это типа технику. Я, наверное, ну за, почему нет? Я прям очень за, прям это очень-очень-очень-очень за. Когда обе ушли после 10 класса. Нет, просто на самом деле я была против до того момента, пока мы не пошли встречаться с Ларисой Марковной, это наша, если что, классная. Вот, и у нас есть одноклассница Олеся, может быть, надо смотреть видео. И суть в том, что, в общем, мне еще учиться 2 года, мы учимся с ней как бы на одной специальности, так скажем. И, ну да, на одной специальности. И мне учиться, и да, и она в колледже. В техникум это колхозный. Да, блин, то же самое, нет. Все шарага. Для меня просто все, что после 9 класса, это шарага. Нет, она училась в колледже, я в университете. И суть в том, что мне еще учиться 2 года, а она уже год проработала в школе, как бы, ну... Ну да, но есть специальности, которые, типа, лучше уж, я думаю, в универе получить. Ну, хотя хрен его знает. По сути, я тоже думаю, что, типа, ну, я за, а чё бы нет. Тема образования — это... Не наша тема. Мы против вообще образования. В принципе, у меня закончилось. Вы твои. Так, эти Настя какие-то там темы вообще прям посложнее. Да там чуть-чуть прям совсем. Мы, кстати, уже что-то разобрали. В общем, там было 2 вопроса, полигамные отношения и шведская семья. Это, в общем-то, тоже, когда у... Несколько партнеров. Да, да.
Так, ну давай вообще подожди, разберем. Есть моногамные отношения, есть полигамные. Моногамные — это когда это, ну, обычно традиционные, там у парня одна девушка, у девушки один парень, один муж, одна жена, как бы, ну, все окей. И полигамные, да, это когда, ну, шейхи, допустим, у них много жен, или когда вы придурки, у вас там две девушки есть, три. Причем придурки? Нет, ну, я против такого. Просто я же недавно документальный фильм на BBC смотрела. Я считаю, что это ненормально. У вас должна быть одна девушка и один парень. И, ну, это странно просто делить человека еще с кем-то, ну, лично для меня. Например, это ненормально, если у тебя в сознании, в голове то, что «О, мой парень может еще с кем-то встречаться, как?» Ну, не знаю, я просто этого не понимаю. Да нет, для меня это, для кого-то это нормально, опять повторюсь, просто как бы я против, лично для себя и для своих отношений. Закон о домашнем насилии. Я против домашнего насилия. Сейчас Настя такая, я за. Да нет, ну просто типа логично, реально. Да, я просто тоже не понимаю, зачем, типа, ну, они просто хотят закон, да, чтобы такой, да, чтобы он существовал. Ну, это очень тупо, естественно, что его нету, потому что, ну, это фигово, когда у вас есть домашнее насилие, и что это не может быть как-то так прям жестко наказуемо. Ну, да, я против. Я за закон и против домашнего насилия. А, тогда мне придется написать, не бить. Так, подожди, это не то, то есть не только же в женскую сторону работает. Что сырье? Ну, я думаю, это странный вопрос, наверное, переработка. Ну, типа, вот в классе, просто Настя, она реально, типа, в этой теме все про нее знает, все соблюдает это, она разделяет пластик, и, ну, я этим не занимаюсь, но я за. Просто я перестала брать пакеты. Я опять вырубилась камера. Ну, я за, я перестала брать, меньше, точнее, стала брать пластиковых пакетов. Пластиковые пакеты, короче, обычные. И я как-то это стараюсь, в общем. Не так, как Настя, конечно, я не езжу на разделяйку, не отвожу кучу пакетов с пластиком. Да, но это круто. Настя молодец. Ну, я за. Ставьте пальцы вверх, колокольчики и подписывайтесь на канал. Все? Что говорить? В общем, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на наши инстаграмы. Тут Настя, тут мой. Да, подписывайтесь на мой канал. И все. До скорых встреч. Да, пишите ваше мнение в комментариях.